Всем привет-привет, я Улуки, и сегодня мы будем проходить новые уровни, которые вышли, ребятки, в пятницу. Как бы мы уже сейчас уже будем проходить, ребятки, заходим в миссии. Так, сейчас зайдем, ребятки. И это 223-224. Конечно, ребятки, мы будем еще перепроходить уровни на свои кристаллики. У меня 800 вот кристалликов. Так, уничтожить статую врага. Мне кажется, это будет изично, потому что 200 и 100 уровень, они были сложнее. Ну, хотя должно было все сложнее быть и сложнее, а все легче становится. И иногда все легче для некоторых, потому что у меня уже много чего есть. Ну ладно, так, у них костяной скин, который, когда мы их уничтожим, у них будет появляться всякие зомбари. Так, давайте используем вот это. Так, еще. А то сейчас они сейчас точно... Они что... Блин, ну ладно, придется сейчас войско свое призвать. Так. Пока что они просто обычно ломают нашу статую. Так, давайте этот буст включим. Все, им не поздоровится сейчас. Вот так, уже Улуки. Так, давайте. Так, найс. Это зомби сейчас укусит наших... не укусит наших окопов. Так. Мне просто нападают пока что зомбарями. Ну ладно. Сейчас, ребятки, будет сейчас эпичная битва. А, они уже отступают, так что это не эпичное будет сейчас уже пока что. Ладно, ну придется просто вот так тогда выиграть. Какие-то так себе враги достались. Нубские, как сказать. А они у них больше армии. Ну, уже мы выиграли. О, нет, у них зомби. Ладно, давайте напоем. Так, давайте. На тебе. Так, давайте уничтожаем этих рудокопов. Так. О нет, наших тиммейтов мало хп некоторых. У двоих вроде. А уже многие уничтожились у нас. Так что отступаем. Все, ребятки, мы не будем пока что нападать. А нет, все, мы выиграли их. Изи просто. Так. Все, они обратно нападают. Хопа. И все, мы уже практически выиграли. Давайте еще бусты для рудокопов сделаем, чтобы они прям обрадовались, чтобы они прям долго там всякое золото долго копали. Так что мы включим для них бусты. Как бы их и так у нас слишком много, так что мне все равно. Так. Все, мы практически уже выиграли. Ого, у них зомбари какие-то. Но это все равно нам не помешает сломать статую. Давайте. О, нет. Они очень хорошо. Они очень сильные, ребятки. Но мы сильнее. Хоп, найс. На тебе. А нет, походу, не пока что. У них армия сильнее пока что. Но у меня загружается, так что у меня сильнее. У меня еще плюс 2000 золота на базе. 2200. Практически 2300. Это я уже все стратил. Так. Очень мало хп. Все. Уничтожили. Вот им скин за своего тиммейта. Точнее, за меня. Давайте. Уничтожайте их. Отомстите. Изично мы сейчас их просто выиграем. Так, конечно, много времени уже потратили. Но это и не так и страшно. Потому что это
не 20 минут мы потратили на это. Так, ну короче. Ну все, мы выиграли. Изично просто. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть нам очков отдали, прикиньте. И максимальная сложность, так, ну, уровень 224. Обратно уничтожить статую врага. Давайте... Не будет же генерал мечников. Так что давайте лучников и рудокопов. Все, погнали. А, нет. Мы, походу, сейчас уже, ребятки, заново будем. Ребятки, знаете почему? Потому что это там, где в середине 14... Ну, нам дается 14 рудокопов. Ну, короче, в серединке много золота. И сейчас лучше использовать только ярмечников. Даже мы костяного его сделали. Так, все. Мы сейчас их тоже... А, почему нам 0 золота дали? Я не понял. Или в этом суть состоит? Что мы не сможем пока что ярмечников призвать. Ладно, тогда лук, стрелы используем, чтобы они прям уничтожились. Смотрите уже, сколько противников ранились. Но сейчас наши больше ранятся. Потому что посмотрите на их... армию. У них какие-то там костяные ярмечники, которые нас уничтожают. Сейчас мы им за это отомстим. Ой-ой-ой. Все, давайте, найс. А все, пока что мы выигрываем. Все, уничтожаем их не рудокопов. Пусть знают, как на наших рудокопов, как наших рудокопов уничтожать. Так, все, на базу. Так, у них подкрепление какое-то вышло. Еще стрелы. Пускаем. Уи. Так. Все, уничтожили. Все, нападаем. Еще и рудокопов нам нужно уничтожить. О, их и так немножко осталось. Все, мы сейчас просто изично выиграем их. Походу уровни, ребятки, вышли легкими такими. На 30%... Нет. 10% сложности. Это из-за того, что вначале нам даже не отдали ни одно золото. Так что еще плюс другие уровни. Потому что они были костяными и долго возились. Ну, как сказать, долго. Ну, несколько минут тоже изично. Нормально. Так, все, давайте уничтожайте. Их. Если у них был бы другой костяной скин, тогда у нас было бы еще сложнее. У них же тогда были еще будет зомби всякие. Что за подкрепление, ребятки? Посмотрите на их великана. Ну, мне кажется, просто мы... Давайте просто будем ломать статую и все. Пусть он там выживет, этот великан. Ну, конечно, мы его трогаем. Ну, наш тиммейт трогает. Так что... А, это зомби нас трогает. Ну, а мы сейчас сломаем. Так, все, отступайте все. А, зомби сейчас сломается, значит. Ну, ладно, зомби ломайте. И мы выиграли. Найс, победа. Нам еще должны отдать сундучок. Найс, все, отдали. Так. А прикиньте, если нам сейчас дорогие скины выпадет. Вообще будет круто, и тогда мы столько раундов сможем перепроходить. И еще и турниры всякие проходить, если мы проиграем. Так, все, открываем. Совпадает и... Первый ярмечник, второй шахтер. Первый... Ого. Немножко, ребятки, осталось. Так... У нас уже 1221 кристаллик.
Ну, мы уже на этом, ребятки, будем заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. На всем спасибо, всем удачи. И всем, ребятки, спасибо за просмотры. И всем, ребятки, пока!